От Малайзии до Арктики. Новые направления для путешествий представили на международной выставке в Алматы. Агентства, отели, авиакомпании, сотни участников со всего мира презентовали инновационные турпродукты. Чем удивляли посетителей, расскажет Александра Солмина. Гости выставки путешествуют по Камчатке в Вярочках. Дальневосточный полуостров в Казахстане презентовали впервые. Дикая природа с вулканами, гейзерами и медведями – визитная карточка Камчатки и ее главный потенциал. У нас очень много рыбы, у нас очень хорошая рыбалка. То есть Камчатка – это такой активный отдых, куда не приезжают люди, чтобы полежать на пляже, ничего не делать. То есть если ты здесь приезжаешь, то здесь ты наслаждаешься, впитываешь всю эту энергию. Там, энергию гор, энергию воды, энергию природы. Экотуризм – самое популярное направление и в Казахстане. Прогуляться по склонам и каньонам в Алматы за год приехали больше 2 миллионов туристов. Южная столица побила даже доковидные рекорды. К концу года ожидают новые показатели. По туристическому потоку где-то по прогнозам на 15-20% будет увеличение. Кстати, вот по туристическому потоку можно сказать, что 540 тысяч иностранных туристов – это говорит о прям самых супер лучших показателях. Такого не было вообще в истории города. И мы, каждый второй иностранный турист посещает Алматы. Один из древнейших городов страны Туркестан на выставке представлен не только как духовная столица тюркского мира. В городе можно познакомиться с национальным бытом коренных жителей, побывав буквально у них в гостях. Организуем этнотуры, мы называем его обед у простого жителя народа. Мы можем как бы постучаться, но это естественно в программе так пишется, что как бы заходим, постучимся в дверь и заходим в дом незнакомца. Нет, мы это как бы готовим все заранее, но это как бы реалистично. В национальных костюмах мы им готовим, даем возможность также испечь баурсаки. Что для казахстанцев работа, для иностранцев активный отдых, говорят гиды в моде, агротуры по сбору яблок, хлопка и винограда. Заграничные гости хотят полностью погрузиться в культуру. Ночевать в юртах, кататься на лошадях, мастерить казахские национальные изделия. Всего Казахстан за год посетили больше 9 миллионов иностранных туристов. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Мультикультурность, открытость и безвизовый режим, который охватывает больше 80 стран. Все это делает Казахстан максимально привлекательным. Выставку посетило 3250 специалистов. Поэтому это большой рост для нас и для индустрии в том числе. На выставке 28 стран мира представляют свои направления, обсуждают новые инструменты, делятся опытом, как привлекать туристов и совершенствовать сервис. Александра Салминас, Хатастан Кулов, Жандос Каип, Мир 24.